Здравствуйте, мои дорогие! Очень рада снова видеть вас на моем канале. Сегодня снимаю очередное видео о своих новых заказах с AliExpress. Все ссылки вы, как всегда, найдете в описании. Давайте приступать. Всем приятного просмотра. Сегодня буду обозревать очень много белья, поэтому, кого эта тема интересует, располагайтесь поудобнее. Начать хочу с очень красивого черного комплекта. Вот так вот он выглядит. У него атласный верх, черное мягкое эластичное кружево, которое проходит поверху чашечек, дальше по лямочкам и на бретельках. Заказывала я его в том же магазине, в котором всегда покупаю себе белье фирмы Балалом. Вот это очень красиво, я давно на него смотрела, несмотря на то, что оно не этой фирмы, но вот все-таки решила попробовать и такую фирму. Фирма, кстати, здесь прописана, называется Flower. По размеру я себе все заказывала, как обычно, 70B. Все хорошо подошло. Итак, качество у него замечательное, нисколько не уступает фирме Балалом. Все и сверху прекрасно, и кружево хорошее. Дальше здесь маленький бантик в серединке. И вот такой вот еще камушек здесь пришит. Здесь три длины петелек, по два ряда. Внутри вот так чашки выглядят, здесь тоже все хорошо. Поролона здесь слой довольно приличный. Дальше давайте рассматривать низ. Он вот так выглядит. Обычная форма, не стринги. Такое же здесь кружево, как и там поверху. Дальше тот же материал. И капроновая сеточка сзади. Полностью они практически сзади прозрачные. Тот же маленький бантик в центре, тот же камушек. Фирма здесь прописана. И размер S у меня. По размеру все хорошо подошло, они эластичные. В общем, все очень понравилось. Там еще две расцветки имеются с красными вставками. Очень так интригующе смотрится. Поэтому смело можете присмотреться. Далее, изучая тот же магазин, я заказала еще два комплекта. Первый вот такой. Форма у него необычная для меня. У меня все комплекты вот той формы, которую я вам сейчас показала. Здесь другая форма, было интересно ее на себя примерить. Поролона здесь тоненькая-тоненькая прослоечка, даже поролоном-то ее сложно назвать, но форму свою держит. И никаких рельефов не будет проглядываться. Все очень красиво сделано, лямочки здесь отстегиваются. Обычные такие классические лямочки, здесь тоже все довольно просто. Бежевый материал внутренний здесь, кружевная вставка, ленточки. Внутри вот так чашечки выглядят, они тоже бежевого цвета. Размер все тот же, видите, 70B. Все равно всегда сравниваю с размерной таблицей, проверяю по размерной таблице. И всегда один и тот же размер выпадает. Регулируется здесь обхват точно так же. Три уровня длины и в два ряда. Дальше рассмотрим низ. Он точно такой же, как у первого комплекта. Сверху кружево. Та же полосочка, бантик и все остальное из одного материала выполнено. Все эти, кстати, комплекты около 600, около 700 рублей стоят. В общем, по сравнению с ценами в магазинах сейчас, это, конечно, замечательные цены, поэтому какой уже подряд себе комплект на AliExpress заказываю. И они прекрасного качества приходят, и никогда больше в магазин не пойду за бельем. За эти деньги, сейчас больше 2000 в магазине такой комплект стоит, такой же самой фирмы, я по 600 рублей покупала. В общем, ну, считайте, сколько можно на эти деньги на AliExpress заказать. Следующий, третий комплект у меня в синем цвете. Он атласный. Очень красиво выглядит. Здесь вот такое тоненькое кружево поверху. У меня он в синем цвете, но выпускается он в множестве цветов. Также его заказала себе в размере 70B. Все точно так же подошло. Размерная таблица у них у всех одинаковая. Здесь вот так вот интересно сделаны чашечки. Обычно здесь прошиты, но вот здесь нет такой строчки. Такая модель. Дальше поролона здесь ровно столько же, сколько в прошлом комплекте. Никакого пушапа здесь нет. Вот так вот выглядят эти чашки внутри. Бретели из того же материала. И дальше вот они до сюда идут. Дальше обычный материал, с которого бретели обычно делают. Дальше здесь капроновая вставка. По регулировке все точно так же. Немножко помятым пришел ко мне этот комплект. Я его отпарила. Ну, в общем, при носке я уверена, что все встанет на свои места. Низ у них вот такой. Абсолютно простой, мягкая капроновая сеточка. Форма мне такая нравится. Стрингов у меня, комплектов со стрингами у меня очень много, поэтому мне не хватало, в принципе, такого низа. Я нисколько не против именно такого низа. Размер мне тоже S положили. Ну, в общем, все обычно, все
такая чистая классика. Дальше следующее белье, которое я хочу показать, это черное бра. Я вам как-то в одном из видео показывала такое же в белом цвете и говорила, что мне очень оно понравилось, и я обязательно его закажу в черном цвете. Так вот, оно ко мне пришло. Не отслеживается у этого продавца бра, поэтому ну как-то сильно не грешите на то, что вы не видите, где оно находится. Ну, в общем, и первое, и второе ко мне пришло без проблем, и я подтвердила получение товара. Продавца поблагодарила за прекрасное качество. В два слоя ткани он сделан. Сверху мягкое кружево, внутри хлопковые вставки. Дальше здесь резиночка, широкая по низу, эластичная. Бретельки здесь из двух тоненьких шнурочков. Здесь прозрачное колечко, здесь тоже прозрачный вот этот элемент. Дальше классические такие бретели. И здесь застежка в один ряд, и три длины здесь есть. Бирочка с фирмой опять же присутствует. Здесь все описание. Ну, в общем, стоит он 100 рублей. Тут даже придираться, я думаю, нет никакого смысла. Но, честно, придраться не к чему. Все прекрасно. Также буду с удовольствием носить. Очень мягкая, очень комфортная вещь, судя по белому такому же, который я уже активно ношу. Следующее, что я хочу показать, это очень нужный и бюджетный заказ. Обошелся он мне всего в 70 рублей. Это вот такой плетеный поясок. Как-то с юбкой вместе, с синей в комплекте, мне когда-то пришел оранжевый такой поясок. Мне он очень понравился. И после того, как я себе заказала синий сарафан в магазине Shein с AliExpress, я поняла, что там просто необходим белый поясок. Поэтому вот как раз вот такое и заказала. Замечательное качество, довольно быстро пришел, хоть и не отслеживался. Именно этим и обусловлена низкая цена, потому что они не берут за отслеживание дополнительных денег. В общем, 70 рублей и прекрасный товар у меня. Все замечательно, веревочки здесь хорошие, крепкие, прекрасное ровное плетение. Здесь кончик вот такой вот, как будто бы замша, но это не настоящая замша. Здесь такая же вставка. Дальше сама вот эта фурнитура металлическая. Ну, в общем, все прекрасно, уже с синим сарафаном тем его носила. Совершенно любую длину вы для себя сможете создать, куда угодно можете зацепить и носить его. Следующее, что я заказала, это солнечные очки. Они фирменные, в собственном кожаном футляре. На кнопку он застегивается. Дальше они в еще одном чехле. Кстати, чехол очень хороший. Сейчас, в последнее время, заказываю очки именно с чехлами. Мне очень нравится. Внутри салфеточка, которой протирать можно эти очки. Внутри еще что-то. Вот такая какая-то карточка. Фирменный мешочек. Здесь фирма пробита. Вроде мелочь, а приятно. Хорошо запаковали эти очки. Вот сами они вот такой формы. В красном цвете я их заказала, затемненные здесь. Красноватые линзы, качество хорошее. Ну, прям такая классика. Здесь стразы по бокам даже находятся. Не знаю насчет формы, мне тяжело с очками. Вроде заказываю, а так, чтобы подошли, не знаю. Мне мало какие очки идут, так что не обращайте внимания на мою примерку. Следующим моим заказом стал кошелек. Да, я знаю, что я уже очень много кошельков заказала. Для себя несколько штук, для мамы. Мама у меня очень любит кошельки, она прям как видит, она, да, мне надо. И вот у нее прям, да, такой пунктик на кошельках. Родственникам я также кошельки дарю. Хороший подарок на AliExpress, они достойного качества. Цены, конечно же, намного ниже, чем в магазинах, поэтому периодически заказываю кошелечки. Новый кошелек ко мне пришел, такой необычный. В сером цвете я его заказала, в сером, но с голубыми такими вот элементами. Довольно крупный он. Здесь на кнопку он застегивается. И расстегивается на кнопку. Вот так открывается. Здесь под карточки отдел. Здесь тоже что-то можно положить. Дальше вторая. Еще один отдел под карточки. И что-то две какие-то вещи можно положить. Следующий отдел у нас на молнии. Но я думаю, что здесь можно мелочь хранить. Потому что больше, как здесь, ее негде хранить. Но молния хорошая, металлическая. Ходит мягко. И еще один отдел под карточки. Производитель предполагает, что у нас карточек очень много, поэтому вот так вот предусмотрительно аж вот столько
ячеек нам здесь набил. И еще вот две какие-то вещи сюда можно положить. Mm-hmm. Можно купюры, можно, ну, что хотите. Любые документы, любые ячейки. Не знаю, что вы храните в своем кошельке, но, в общем, сюда все уберется. Вот такой интересный, необычный кошелек двухцветный. Фирма, кстати, это у меня уже есть кошелек черный этой фирмы. Мама с ним как раз сейчас ходит. Довольная. По качеству он себя проявил хорошо, поэтому думаю, что и с качеством этого не возникнет никаких проблем. Кстати, одну юань положили, вот она как раз выпала. Мне часто в кошельке кладут одну юань. Говорят, что нужно носить с собой, я $1 ношу и одну юань в кошельке. Говорят, что, ну, там удачу приносит, деньги притягивает, так что вроде мелкий, но такой приятный подарок. И последний заказ на сегодня – это часы. Вот в такой коробочке они пришли. Здесь написано Smart браслет. Сзади вот такая вот инструкция. Сама коробочка черная и красные вот такие вот вставки на ней. Здесь пупырчатая клееночка. Внутри бархатный материал. И сами часы вот так выглядят. Давайте поставлю их на подзарядку, потому что они разряжены, судя по всему. И посмотрим с вами их поближе. Пришли ко мне эти часы за 1.5 недели, потому что у магазина есть склад в Москве. Вообще эти часы что-то вроде упрощенного подобия Apple Watch. У них есть свое приложение на Android и iOS. На обратной стороне коробки можно видеть их основные функции. В коробке находится инструкция на английском языке. Также в комплекте идет USB-зарядка, прищепка. Можно заряжать их от ноутбука, можно от розетки, используя USB-вилку. Внешне выглядят хорошо, дефектов моих не выявилось. Я выбрала полностью в черном цвете с кожаным ремешком. Кстати, заявлено, что их корпус водонепроницаем. При нажатии на дисплей он становится активен и видно время. При повторных нажатиях можно увидеть шагомер, пройденное расстояние, пульс. Также дисплей активируется при повороте руки, а перебирать пункты меню можно не только нажатиями, но и свайпами. Как я уже сказала, у них есть собственное приложение, через которое часы синхронизируются с телефоном. Здесь множество функций. Например, отслеживание вашего состояния, будильник, уведомления о звонке и сообщениях в соцсетях. При таких уведомлениях в часах срабатывает вибрация. По итогу часы такие, как и заявлено в описании, все в них работает. Но за эти деньги сейчас на Али можно найти и цветные часы той же фирмы, действительно очень похожие на Apple Watch своим дизайном и функционалом. Ну вот и все, все сегодняшние товары закончились. Очередную подборку смотрите в моем следующем обзоре, поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Добавляйтесь в друзья в соцсетях, там же вступайте в мои группы, всем буду очень рада. А здесь мы с вами встретимся в следующем обзоре. Не скучайте, до скорых встреч!